Прекрасная пора, очей очарование. Это про осень, но погода дама с капризами. И на территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение в связи с резким изменением погоды с 9 на 11 октября. Ожидается, что север Карагандинской области попадет под влияние очень активного циклона, который смещается с северо-западных районов европейской территории, и север нашей области попадает под его влияние. Завтра уже днем ожидаем по северу дождь, и в ночь на 10 октября возможен переход дождя в снег. Вот. Значит, западный ветер порывистый, 15-20 метров в секунду, и в ночь на 11 понижение температуры до 0,5 градусов мороза, днем 2-7 тепла, в южных районах 13 тепла.